Цей фільм є шостим з серії про літак, який значно випередив свій час – важкий транспортний Ан-124 «Руслан». Сьогодні він продовжує плідно працювати на світовому ринку, залишаючись беззаперечним лідером повітряних перевезень надважких та нестандартних вантажів. Отже, Руслан піднявся в небо, сповнивши серця тисяч його творців радістю та гордістю за новітнього крилатого велетня. Однак попереду була велика робота з випробувань Ан-124, його доопрацювання та підготовки до справжньої роботи. Іспитанням Ан-124 фірма наша підійшла з таким мощним уже научно-техническим потенциалом, что понятно, и к летным испытаниям отнеслись совсем на другом уровне по сравнению с другими нашими самолетами. Ведь если так немножко экскурс в историю, что когда начинались летные испытания, первые впечатления самолета – это со слов летчика. Вот что он скажет, это были результаты испытаний. Потом следующий шаг – стали давать летчику табличку, которую он в полете с приборных досок списывал информацию, записывал. На основании этого уже делали. Со временем, с развитием авиации, стали самолеты оборудовать специальной контрольно-записывающей аппаратурой. Сначала там простые приборы, которые записывали отклонение рулей, усилия там на штурвалах, на органах управления. При испытаниях Ан-22 уже был огромный объем информации из летных испытаний на специальной контрольно-записывающей аппаратуре. На Ан-124 контрольно-записывающую аппаратуру и всю систему бортовых измерений стали проектировать вместе с самолетом. Вся бригада испытаний была уже сформирована за 2 года до начала испытаний. И по всем системам самолета были назначены ведущие специалисты, ведущие инженеры по испытаниям, которые имели уже хороший, достаточный опыт при испытаниях предыдущих самолетов. И все равно, когда проект приказа о назначении бригады попал к Петру Васильевичу, он тогда как первый зам еще был, посмотрел, говорит мне: что вы собрали вторую сборную? Он посчитал, что слишком много молодых специалистов, ну не молодых специалистов, они уже были достаточно опытные люди, но ему не очень попадались на глаза. Нет, говорю, Петр Васильевич, мы очень внимательно подобрали бригаду испытаний, это уже опытные ребята, все. И в дальнейшем уже, когда испытания все шли, он не один раз убеждался в том, что очень профессионально ведется работа. И многих из них, из инженеров-испытателей, летчиков, экипаж, называл корифеями, а иногда и академиками. Ну, так, полшутя, он: а что скажет нам такой-то, такой-то академик? Система бортовых измерений на Ан-124 до того разветвленная и сложная. И к моменту испытаний самолета мы уже понимали, что старыми методами ручной обработки материалов испытаний эффективно провести совершенно невозможно, потому что уже обработка материалов испытаний, такой большой поток информации, обработка материалов летных испытаний стала тормозом уже по продвижению вперед. Пока дождешься результатом полета, на самолет должен летать.
Поэтому самолет проектировался, и параллельно проектировалась система автоматизированной обработки материалов испытаний. Мы вместе с летно-исследовательским институтом и по постановлению правительства вместе с Институтом кибернетики Академии наук Украины разработали систему бортовых измерений, позволявшую автоматизировать обработку материалов. Это были первые шаги. За эту разработку даже группа специалистов получили государственную премию. И к моменту испытаний Руслана у нас уже работала хорошо эта система, была отлажена. На самолете объем от испытательной аппаратуры есть, чтобы вы себе представили, кроме штатных систем, все весил 20 тонн. На самолете было оборудовано 5 рабочих мест инженеров, для инженеров-испытателей, кроме штатного экипажа, которые занимались обслуживанием и управлением контрольно-записывающей аппаратуры. Після першого польоту першочерговою задачею було вирішення проблеми Шимі. Когда начались испытания шасси, то вначале были стендовые испытания, испытания на прочность, испытания прошли стойки успешно, и испытания на работоемкость и шиме. Испытания на шиме, они прошли успешно. Но там установлена, собственно, стойка на барабане, без бокового подкоса и на жестком основании. Когда самолет первый был собран и выкатился, то первые же пробежки показали, что жесткости, несмотря на достаточную прочность, в шасси мало. Стойки начали колебаться на пробежках. Были приняты различные решения. Но самое главное, что изготовить усиленное шасси у нас уже не было возможности и времени. Поэтому начали искать пути, с одной стороны, усиления, то есть ужесточения существующей конструкции путем наложения различных металлических деталей и путем установки демпферов, которые бы гасили колебания, которые возникают. Работа была организована таким образом, в связи с секретностью самолета, а это был ноябрь, начало декабря. Самолет бегал, когда уже становилось темно, вот здесь, в Святошино, по взлетно-посадочной полосе. Потом снимались осциллограммы, в Рио-1 мы расшифровывали, смотрели результаты, шли в конструкторский отдел, конструкторы рисовали эскизы деталей, производство уже было готово заказывать материал, ставили на станок, ночью изготавливали детали, днем дорабатывали и далее вечером опять бегали. Как потом говорил Петр Васильевич, это было 27 дней и ночей. Работали круглые сутки. И в конце 27-го дня, в конечном итоге мы победили эти колебания, самолет успешно взлетел, приземлился, были там незначительные поломки в подкосах, но тем не менее после первого полета было принято решение выполнить усиленные детали шасси. Шасси было переделано и продолжили летное испытание. Наступного разу, после своего первого полета, Руслан поднялся в повітря через месяц. І до вересня 1983 року проходив у Гостомелі перший етап льотно-конструкторських випробувань. Сразу після прибуття самоліта в Гостомель, після першого польоту, була сформована група конструкторського супроводження, яка від кожного по каждой системе группа ведущих специалистов работала непосредственно на ЛДБ, и в первых полетах находилась эта группа на контрольно-диспетчерском пункте, где диспетчеры имели связь с экипажем.
поступала информация, там в закодированном виде, конечно, все в открытый эфир передавать нельзя было, была установлена специальная система общения, сообщали о состоянии систем, и если где-то когда-то нужно было экипажу получить консультации, все необходимые специалисты были здесь, которые помогали вот, в проведении полета. И были готовы всегда помочь экипажу справиться с возникавшими проблемами в полете. Уже на першому етапі випробувань було виявлено проблему, яка стала головною – необхідність доопрацювання двигунів D-18T. Ну, якщо о двигателях говорити, то я вот эту цифру я помню. Первый подетап испытаний, по-моему, 40 полетов. Так вот, или 10, или 12 полетов заканчивались отказом двигателя, а даже был отказ двух двигателей. Вот. И по-разному там, так сказать, последствия были. Были последствия небольшие, но один из отказов был так, что лопатками попробивало, так сказать, сам двигатель и даже на фюзеляж повредило немного. Помню, что произошел отказ двигателя, это еще Владимир Иванович Терский летал, а я вторым был. А вес был большой, а наш аэродром еще не был такой длинный. И садиться сразу мы не смогли ни здесь, ни Святошино, ни, естественно, в Гастомеле. И пришлось садиться на военном аэродроме. Вот. И сесть-то сели, слили топливо. Вот. И потом пришлось летать на трех двигателях. Потому что двигатель там менять не будут. Вот. И уже прилетели сюда, ну, как говорится, с весом уже другим, малым весом. И я не помню, или в Гастомеле сели, в Гастомеле, скорее всего, что сели. Ну, и двигатель этот забрали, сняли, другой поставили. А почему это происходило? Потому что, ну, самолет как бы шел с опережением, чем запорожские двигатели. И то, что запорожцы его и сделали, этот двигатель, а он должен пройти наземные испытания, которые он не совсем закончил. А еще летные испытания. Была в летно-исследовательском институте в ЛИИ такая машина специальная, Ил-76, на которой подвешивается этот D-18 двигатель. И он в полете должны там пройти программу и, как говорится, отрегулировать полностью этот двигатель. А мы опережали, то есть еще этих данных не было, и поэтому, скажем, на Руслане нарывались вот на вот эти отказы. Но потом, впоследствии, запорожцы молодцы, быстро все это отреагировали, и впоследствии это количество этих отказов значительно уменьшилось. Это редкий случай был, скажем, отказа. Просто было, ну, летчиками отмечено, что, так сказать, газодинамическая устойчивость двигателя немножко не это самое. Но к концу потом испытаний они все-таки доработали, доделали. И вот сколько летает Руслан, это такой редкий случай, что отказ произошел. Это... Під час льотно-конструкторських випробувань перевірялася робота та надійність конструкції літака, а також його систем, які визначали безпеку польоту. Якщо виявлялися недоліки, їх одразу виправляли. На першому етапі програми випробувань відбулися 142 польоти з загальною тривалістю 253 години. У літаку було стільки нововведень, що, звісно, очікувалися й дефекти. Кожного місяця складався перелік виявлених недоліків. Деякі місяці виявляли 3-5 пунктів, а інші – 30-40. Усі вони потребували доопрацювання. За кожним пунктом розроблявся план заходів,
над яким напружено працювали всі підрозділи КБ Антонова. Проте, незважаючи на ці затримки, льотні випробування проходили дуже інтенсивно та успішно. Виходячи з їх результатів, Олег Костянтинович Антонов запропонував уряду продемонструвати літак Ан-124 на міжнародному авіакосмічному салоні в Парижі. І Олег Костянтинович видит, что самолет уже испытан на большее количество случаев программы, чем в свое время был испытан в 1965 году самолет Ан-22. И Ан-22 отправили в Париж тогда. Это был фурор. И Олег Костянтинович дает команду Голобородько подготовить все вопросы, связанные с внешними сношениями. У меня все эти бумаги есть, все эти записки. Буланенко подготовить отчет специальный, какие проведены испытания и что мы обеспечиваем безопасность. И давайте поставим вопрос о том, чтобы в 83-м году, когда он был жив, он хотел показать его в Париже. И я думаю, что поскольку самолет был готов больше, чем даже был готов в свое время Ан-22, но тогда был Антонов еще не настолько известен, а теперь, чтобы дать ему еще такую славу, ведь крылья Антонова, крылья вот нашего самолета, они подняли славу нашей фирмы до небес. По сути, и сегодня эти крылья и несут эту славу по всему миру. И вот нашлись, очевидно, люди, которые сказали: нет, не будем пока. И не послали самолет. И Олег Костянтинович, создатель, он не увидел сам вот этого величайшего триумфа своего, собственно, дитяти. То, что он создавал с таким трудом, с такой одержимостью, с таким талантом, ему не удалось это показать в Париже. 11 листопада 1983 року члени Державної комісії підписали акт готовності Ан-124 до державних спільних з замовником випробувань за програмою наступного етапу. 4 квітня 1984 року Олега Костянтиновича Антонова не стало. До того часу Ан-124 пройшов випробування за розділами аеродинаміки, міцності, силової установки. Були виконані оцінки працездатності радіосистем та визначені окремі характеристики радіозв'язного, пілотажно-навігаційного комплексів та низки авіаційних систем. Самоліт Ан-124 створювався в період найвищого розквіту творчих сил всього нашого колективу. І от чим далі уходять годы, когда мы создавали этот самолет, тем явственнее творческие силы, изобретательность и одержимость вот всего нашего коллектива, и тем яснее величие и гениальность нашего генерального конструктора Олега Костянтиновича Антонова, под руководством которого мы, собственно, создавали этот самолет. Олег Костянтинович был необыкновенным конструктором. Он в самолете видел сразу все. И аэродинамику, и конструкцию, и технологию, и прочность, и даже эксплуатацию. Он все сразу переваривал. И когда мы начали эти разработки, то он приходил к нам в отдел почти каждый день. Притом приходил уже, как правило, с идеями определенными. А идей у него было
такая масса, ну как из него просто сыпалось, как из рога изобилия. Он буквально фонтанировал предложениями. И вот в этой обстановке мы, молодые, конечно, старались найти наилучшее какое-то решение, которое поможет создать нам этот самолет. Олег Консервич обладал еще необычайной инженерной интуицией. Он способен был выбирать из разных предложений наиболее эффективные и те, которые могут быть превращены, реализованы в самолете в какие-то определенные сроки. Но, знаете, этих новшеств на самолете были тысячи, притом многие из них были на уровне впервые в мире. Ну, например, профили, толстые профили крыла, которые назывались сверхкритические, и эти профили были созданы специально для этого самолета. Крыло с этими профилями. Это специально разработанное крыло, и Олег Консервич занимался лично тоже этим вопросом. Панели 30-метровые в конструкции этого крыла. Электродистанционная система управления самолета. Это все то, что впервые в мире делалось на большом транспортном самолете. А сама компоновка самолета с палубным оперением, с малым запасом статической продольной устойчивости, это вообще уникальная компоновка, и такой компоновки до сих пор ни у кого нет. Все делают с оперением Т-образным, а самолет Ан-124 имеет палубное оперение. А шасси, которое Олег Консервич даже назвал однажды типа велосипедное, это его предложение, и оно было отработано, и занимались этим настоящие специалисты. Но можно предположить, некоторые могут подумать, что создание самолета шло гладко, спокойно, как бы вот 100-метровка на стадионе по тартановой дорожке. Ничего подобного. Создание самолета было очень тяжелым, тяжелым марафоном по пересеченной местности, с оврагами и всякими препятствиями. Понимаете, это был очень смелый человек. И он брал на себя всю ответственность за все то, что будет дальше. Ну и тут неожиданно Олег Консервич ушел от нас. И дальше вся эта работа в дальнейшем легла на плечи Петра Васильевича Балабуева. Он был такой же трудоголик, такой же одержимый, как Олег Консервич. И он приложил колоссальные усилия, чтобы довести сложные очень летные испытания самолета до конца, получить акт и затем довести, в конце концов, до внедрения самолета в вооруженные силы страны.